Большое открытие большому объекту или большой мечте актеров-кукольников, которая наконец-то исполнилась. Последние 3 года артисты творили в здании кинотеатра «Родина». Сегодня вернулись в родной дом сказки. Те времена, когда были тотемы племенные, они оберегали, они охраняли куклы. Барнаул куклу охраняет с 1938 года. В краевой столице начала работать бригада кукольников. Энтузиастов было немного. После войны спектакли прекратились, но ненадолго. В 1963 году в краевой столице появляется театр. Артистов набирали по конкурсу со всей Сибири. Десятилетиями группа формирует уникальную афишу и показывает спектакли для взрослых, когда это еще не было чем-то необычным. Однако в 2014 году театр переезжает. Бывшее здание сказки признано аварийным. В 2017 году начинается проектирование новой современной сказки. Здесь подняли потолки, увеличили мощность, оборудование стало больше. Театр построили за 465 миллионов рублей, 40 из которых федеральные средства. Нам звонят и говорят: ой, какой театр, мы хотим тоже такой. Вот. Но когда рассказывают, что, ребят, для этого того, сего, еще немножко денег, и, может быть, даже и не немножко, еще нужна политическая воля, значит, и желание построить этот театр. В целом, впечатление, конечно, того, что ты находишься в храме искусств, да, действительно, вот, в театральном вот таком доме, когда пришел, не хочется, откровенно говоря, уходить. Директор театра Надежда Васильева призналась, что получает много поздравлений от коллег с других регионов, где такого произведения архитектуры нет. От всего коллектива вот хочется сказать слова благодарности. Кроме технических новинок, у театра теперь есть просторный зал на 200 зрителей, камерный зал на подушках для самых маленьких гостей и система электронной продажи билетов – тоже немаловажный фактор для молодежи. Система позволяет легко выбрать спектакль, ознакомиться с афишей, посмотреть трейлер к нашим спектаклям, а также найти любую информацию о нашем театре. Мы очень счастливы и рады, что мы заехали в этот дом, перевезя с временных площадок проекты. И здесь, конечно, уже много других проектов тоже будет реализовано. Новую историю сказки откроют уже в эту субботу постановками «Репка» и «Денискины рассказы». В целом же в этом сезоне театр кукол порадует зрителей сразу несколькими премьерами, 2 из которых для взрослых. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.